Друзья, всем привет! Столица на связи. Меня зовут Татьяна. И сегодня мы с вами не снимаем новостройки. Сегодня приехали показать, какие хорошие дачки. Где находится такая красота? Это находится в нескольких километрах от города Липовый остров. Дом, дачка и земля в собственности, поэтому можно без проблем приобрести в ипотеку по господдержке и по семейной ипотеке. Друзья, посмотрите, как застройщик облагоустроит территорию. Есть отсыпанный въезд, ворота, красивый штакетник. И калитка. Смотрите, мы обошли, как выглядит дачка со стороны озера. Вот их здесь несколько осталось. Смотрите, какое озеро. Там даже уточки плавают. Очень чистое. Летом здесь будем купаться. Да, и купаться здесь будут только местные собственники этих дачек. Здесь купаться будут только местные жители, собственники этих дачек. А почему? А потому что при въезде стоит шлагбаум, и посторонним здесь вход запрещен. Друзья, здесь у нас геотекстиль. Сверху выложена такая мелкая щебенка. Ну, это красиво, и не будет расти травка. Друзья, и посмотрите, пожалуйста, как уже замечательно сделана, опять замечательная подшивка карниза. Окна уже сделаны. Смотрите, как красиво. Все в рамке, под цвет окон. Впереди мы видим детскую площадку. Все предусмотрено. Дом стоит, сделан на сваях. Смотрите, фундамент вот так вот облицован, обшит. А здесь можно сделать лестницу, свой пирс, свой пляж, купить лодочку. Рыбачить. Красота. Вот сейчас мы находимся на террасе прекрасного дома, дачки. А сейчас заходим в дом. Ну вот, друзья, мы наконец-то в доме. Что мы здесь видим? У нас 150 брус. У нас натяжные потолки. Крыша утеплена 150-м утеплителем. Пол 150 утеплитель. Посмотрите, какой ровненький пол. Красивый. У нас уже есть готовый санузел. Все подключено, водичка. Даже есть радиатор. Посмотрите, у нас здесь электрорадиатор, здесь, кстати, очень тепло. Есть переключатели, розетки, регулятор температуры. И, друзья, смотрите, какая кухня-гостиная, она просто большая. Зона готовки, здесь уже все выведено, все, что нужно, подмойку, раковину здесь. И две светлые большие комнаты. Если хотите приобрести такую дачку, застройщик строит в разных направлениях города, и цена таких домов зависит от соток и зависит от квадратных метров, то есть от 4 миллионов до 4700. А если остались вопросы, пишите в комментариях, звоните по телефону, который указан внизу, столица на связи, ответим на все вопросы.